Между тем, проблема беженцев, которая напрямую связана с тем, что происходит на Ближнем Востоке и Севере Африки, остается крайне болезненной для европейцев. Венгрия вот-вот закончит строительство стены на границе с Хорватией и уже начала отгораживаться от Словении. Заборы из колючей проволоки устанавливают между несколькими поселениями. На очереди граница с Румынией. В ответ на осуждение чиновников из Брюсселя, Будапешт выразил готовность организовать специальный транспортный коридор, отвозить беженцев на автобусах и поездах напрямую в Германию и Австрию, если эти страны готовы взять на себя всю ответственность по оформлению и размещению выходцев из Африки и Ближнего Востока. Пока ответа не последовало. Тем временем сотни беженцев, достигших Скандинавии, оказались недовольны предложенными им там условиями и возвращаются в центр Европы. По данным миграционной службы Финляндии, только за эту неделю более 200 заявлений о предоставлении убежища были отозваны самими переселенцами. Они жалуются на холод, недружелюбие местных жителей, плохой соцпакет, а некоторые на отсутствие хороших клубов и баров.